Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня у нас на обзоре ручка серии Jinhao 588. Это одна из ручек, которая пришла в большой посылке от, ну, практически, наверное, производителя Jinhao, хотя я сомневаюсь. Но, тем не менее, опять же, сюрприз. Что напоминает нам эта ручка? Ба-бам! А ручка эта из серии похожих на Lamy Safari. Но хочу отметить, что Jinhao, конечно, сделано наподобие, как это говорится, если уместно ли это слово, это некий такой хомаж ручки Lamy Safari. И они немножко, Jinhao, я имею в виду, пошли немножко другим путем. Эта ручка полностью металлическая. Скрепочка сделана немножко по-другому. На скрепочке, конечно, логотип Jinhao. Это коляска с лошадью. Здесь на ручке написано, что это Jinhao, чтобы мы не сомневались. Расцветку я выбрал такую розовенькую, игривую. Но еще есть ручки вот этой серии следующих расцветок. Это синяя, как здесь называется на сайте, золотое шампанское, желтое, розовое золото, белое, черное, зеленое, розовое и красное. Ну, розовое это, наверное, для девочек, хотя и для некоторых мальчиков можно совершенно спокойно ее подарить. Металл и пластик. Здесь мы видим, опять же, в последнее время я стал часто обращать внимание, здесь характерный болт прям торчит внутри. Но его не видно, и слава богу. В остальном колпачок сделан очень качественно. Даже покрытие, краска его очень качественная. Сама ручка. Пластик, перо очень похоже на перо Lamy Safari, но это, конечно, перо Jinhao. Также, если мы обратим внимание на крепление его, оно легко должно сниматься. Фидер немножко измененный здесь у нее. Ну, может быть, чуточку напоминает Lamy Safari. Тело самой ручки металл, колпачок этот откручивается, и мы видим здесь стандартный механизм для набора чернил. Ну, опять же, я не буду его пачкать, а мы воспользуемся стандартным Jinhao-евским картриджем, который совершенно спокойно вставляется. Закручиваем и получаем ручку, которую мы сейчас будем писать. Что еще сказать о ручке? Длина ручки 140 мм, диаметр 13,6 мм, вес у нее 25 граммов, толщина пера 0,5 мм. И, как говорит производитель, что это у нас иридистое золото. Уж насколько оно иридистое, опять же, опускаем этот момент. Теперь посмотрим, как она пишет. Да, посылка шла 7 дней. И стоимость ручки 192 рубля и 60 копеек. Thank you.
Теперь по письму этой ручки. Вы уже заметили, да, что пришлось мне ее немного расписывать. Вот, хотя писал ей достаточно недавно, но я их проверяю, так если на всякий случай. Вот. И как мы обратили внимание, смотрите, начало письма достаточно такое тонкое получилось. И в конце у нас, видимо, подача чернил получилась уже в норме. Оно становится жирнее. Это вот, наверное, недостаток все-таки ее. И потом перо все-таки царапает бумагу, как вы слышали. И тут вот я немножко даже где-то вот видно, что тут даже немножко зацепил бумагу и сгреб. Значит, по отзывчивости пера, скажем так, по толщине перо жесткое. Скажу я вам, жесткое. И на нажим особо-то не реагирует. Вот видите, толщина практически не меняется у нее. Качество обработки, видимо, хотя сложно сказать. Это все-таки дешевая ручка, да, и о каком качестве обработки мы можем говорить? Ну, хотя бы для сравнения. Вот возьмем Джинхао 250, совсем другое перо. Но это перо, наверное, эта ручка предназначена больше для студентов, для школьников, которые, ну, могут себе позволить по цене ее купить, и, в принципе, не жалко ее будет сломать. Хотя что тут ломать, вообще непонятно. Впечатление, скажем так, ну, не особо. Хотя я пишу, в общем-то, ручки Джинхао, у меня есть, я показывал, он такая еще белая Джинхао 588 серии, она пишет немножко по-другому. И у нее перо совсем другое. Я даже вам могу продемонстрировать, если вы помните вот эту ручку. Вот эту Джинхао, видите, но перо у нее немножко другое, видите. Чуть-чуть другое. О. Все-таки немножко другая серия, хотя они одной и той же серии, эти ручки, но немножко другое, то ли перо немножко другое. Видите, насколько отличаются даже в одной и той же серии эти ручки. А вот я белые пишу, достаточно, ну, часто я использую, но вот это вот мне перо не очень понравилось, не знаю почему, но это может быть такое впечатление чисто личное. Ручки достаточно вот эти своеобразные. Под Лами Сафари, конечно, не сравнить. Чисто по письму и по перу, по качеству с Лами Сафари. Это Джинхао. Смотрите сами. Тут уже как бы все, что я про нее рассказал, а там уже выбирайте. Ну, на этом все. До новых встреч.